И всем еще раз привет. После небольшого перерыва мы продолжаем. Это BMG против Ризонов. 1-0 в пользу BMG. И уже тут у нас прошли и первая, и вторая фаза банов пиков. Осталось выбрать тут одного героя Ризоном. Пока что оглашу не составы, а пики команд. BMG. Это Engineer Midas, Puppet Master, Devolver и Мараксус. А у Ризонов пока что Мойра, Кланг, Свитбейт, Бабблс и какой же будет пятый пик? Какой же будет пятый пик? Какой же будет пятый пик? Магнус. Это Магнус. Окей. Let's get it on. Captain's pick. Ого, сразу ТП, инженер. И пошел ставить минки. Поставил вардик. Не понимаю, что тут кури... А, понятно. Дело будет стакать топориком. Ага, и с собой. Кто здесь теперь крипа? Ну, в принципе, профитная тема. Потом еще оттуда крипчика хукнет. Забавно. Все, внимание, у меня приковано к этому пуджу. Только еще бы крипов он добивал, вообще бы цены ему не было. Одного большого вагабонда он пропустил. Опа-на, а тут ФП за честь или за инженером, который прокачал минки, и абсолютно ничем он не мог задефать себя. 3-стак. Лул, а если он сейчас... А вот это абуз. А вот это абуз? Хе-хе.
Вот это да. Ай да путь, ай да демон. Ой-ой-ой, сейчас могут подцепить Магнуса. Так, Пудж гонится, гонится, гонится за Магнусом. Завтра во всех играх СНГ. Пудж фармящий лес. Проблема у Мидаса. И ведет она минки обоих. Инженер. Тут вообще игра, по-моему, происходит. Просто проигра. То путь, что через даст и фармит трипл кемп, то теперь минки, которые инженер сделал на первом уровне ТП сразу после появления и взорвал обоих. Теперь Кланкс должен откомбэчиться еще после такого 180 ГПМа. Проблема у Мараксуса. Бабл скайтит. Остается странно, почему был серф, мог бы пустить в Мараксуса, убил бы. Демон Пудж фармит трипл стак. Сейчас уже будет 6 уровня. Гега залетает. Раскидала всех крипов. Проблема у Пуджа. Его убивают все-таки нейтральные крипы. Папе-то, кстати, вообще практически все крипы. 43 крипа он сконтролил за 6.30, уже 44, 360 ГПМа, в принципе, хорошо. Кланкс вот похуже дела, он умер разок, 260 ГПМа, 29 крипов, 13 за денайл. Bubbles in Visi, Пудж в грибах. Ой. И Папит выходит на доминатор.
Вартик летит в море, не ТП-шечка, на всякий случай, если кого-нибудь придется подсейвить. Ну а пусть продолжает чудить в лесу. Опять прилетает смог. Н6, что ли, хочешь пойти пофармить? Пуш. Съел он последнее деревце. Сейчас, возможно, будет килл на Бабблсе. Бабблс, кстати, взял руну ДД. И смещается к Мидасу. А у Бабблса, кстати, есть ульта, и раскаст, и фулл МП, и ДД. Притихла, кстати, игра по моментам. Тем временем, есть на миде. Бабблс поступил ультой. Бабблс тыщи с ДД. Забирает Магнуса. Неплохо. Доминатор появился на папете. Сейчас он пойдет приманит крипчика. И, в принципе, начнет стакать леса. Как бы пуджа сейчас опять нейтральные крипы не забрали. Папит переманил себе вагабонда. И сейчас начнется так и лесок. Лесок. Ой-ой-ой-ой, проблема у папита. Свифт, магу сдает стан. Папит попытался дать хотя бы один спел, но тут еще и Мойра. Ой, свифт ультанул, хотя можно было просто убить папита с раска... Ну, с автоатак. Ну ладно, главное сделали фраг. Пуч пытается хухнуть. Пуш, кстати, на данный момент убил 49 крипов, 200 ГПМа лесной. Неплохо. При том, что он раз умер от нейтралов. Для него это неплохой результат. Страйдера есть, 7 уровень. Не получилось у Бабблса за донайт тауэр.
все игроки прям вровень идут. Правда, у БМГ пока результаты получше. У них 3 героя, 300 ГПМа. А у Ризенов пока что 2. Немножко отстает на соточку. А тем временем Кланкс приобретает себе молнии. Сифт ультует, у инженера раскручивается, и это хитрак. Пудж бегает прям по варду, который сейчас закончится. Не успели заметить, что Пульс забежал в кусты. Поставил гвардейца. Пульс потянул Мойро. Тем временем Свит пытается тоже пропушить Тауэр. Мараксус ПК. Мидас взял себе Меку. Пуш купил Крейвлокет. Неплохие приобретения. И как просадили крипту Мидаса. Вот у этого инженера, у этой аватарки именно такая анимация атаки, у пушечки, как будто инженер грязью стреляется. Магнус, кстати, появляется ПК. БМГ принялся за фарм вражеского леса. Пока затишье такое фармит, ребята. По счету, правда, маловато вообще. 4-3 в пользу команды БМГ. Кланкс уже, кстати, преодолел планку в 400 ГПМ. Мойра находит Мараксуса. Заэвейдил, кстати, Мараксус вторым спылом Мойры.
Магнус раскусил дуду, находит тут они папика и просто... Папе даже понять не успел, что его убили. Бабл сдает ТП на базу. Ну, по идее, им Магнус тоже должен, да, уходить. Оба уходят на базу. Мойра берет руну иллюзий. Магнус, ой, Мараксиус залетел с ПК. Думал, что это настоящий Мойра. Еще разок стакнется, да. И получается, Папит как бы зафармил даблки. Кстати, на стриме уже 2000 человек. Всем привет, кто в чате. Выкупал он Свитблейда, сразу залетает сюда Бабл, сцепляет Тимарациуса и Инженера, который уже умер. Папит подцепил он Бабблса, у которого был гем. Но остается в живых всего лишь Мидас и Папит. Кланс пытается как-то там жукать. Ой-ой-ой-ой, Мидас-то убивает еще и Мойру. Это размол 3 в 3. Кланкс себе приобрел БКБ, и в тимфайте ему теперь будет поспокойнее. Его не законтролить не сможет ни Папит, ни Мидас, ни Мараксус в него влететь не сможет со станчиком, если только изначально до прожатия БКБ. Обезопасил себя Кланкс в тимфайте. В тем временем нашел иллюзию Мойры. Мараксус, кстати, выходит на БКБ. Кланкс уходит на Firebrand.
скором времени это будет геометр. Мойра поставила вартик. Параксис летает в Куджа, и тут не вовремя подходят крипы, и въезд свифта неудачный. Сейф ульта от инженера, кланк включает БКБ, раздамаживает, убивает Куджа. Влетает отлично Бабблс, цепляет троих. Разультился свифт, даблстан от Магмуса, и это минус уже 4. Остается в живых один Параксис, и походу это минус 5. 5 в 0. Да. 6. 3 килла сейчас сделал Кланкс, и 2 килла сделал кто-то, Сьютблейд. Но здесь вот отлично просто подставился и Папит, по-моему, и Мидас. Там даблстан выдал Магмус, и здесь просто разрубился и уничтожил обоих. Фейл тимфайт получился для команды BMG. Кланкс на Firebrand еще сейчас появится скоро геометр через 1100 копеек. Ну и в принципе игра это идет к логическому завершению. 1-1. Кланкс 5-2. А когда он два раза проиграл? Что-то не помню. Может, не у меня в сетке было, но все игры, которые я кастил, Кланкс выиграл. Походу Женя вчера сокастил так. Точнее, кастил так, что Кланкс проигрывал. Вот эти два поражения как раз у Жени. А у меня только 5 выигрышей. Пытаются сейчас подцепить Мидаса. Сзади уже иллюзия появляется Мойры. Бабблс на хосте активировал. Активируется серфом. В принципе, у БМГ еще есть шансы на выигрыш. Папит вот приобретает Шаранкин Хэд. Там лейта слишком много. Там уже и свист потихонечку тоже собирает. Этому. И уже... Абиссал есть, есть Энерджайзер, есть ПТшечка, есть уже 1700 копеечек на руках. Сейчас какой-нибудь Firebrand появится, потом Frostburn, потом Basher, Invis и так далее. Если игра затянет землей.
лучше вообще себя никак в этой игре не показывает, кроме как вот этих начальных движняков с фармом леса, с отводом, тут с хуком крипа, там отводит он свои крипов, они идут фармить этих крипов. Ну и все, в принципе. Больше он себя никак не проявил. Сейчас, может, будет у него ПК через 400, через 500 копеек, может, хоть что-нибудь у них получится. Шранка, кстати, появляется на Мараксусе. Что-то такое за плеш появилось. Подцепились их, да? Начинается движняк. Конкс просто включает БКБ, уже минус один пуш, пуш делает байбек, летит обратно в тимфайт. Сколько дэмэджа входит от одного свифта и Кланкса? Жесть. Просто разваливает кабину. Это уже минус 4, минус 5. После байбека пришел пуш. Ну, какой смысл от этого? Нет, по-моему, Кланкс уже в этой игре не отпустит никого. Папит просто не может раздамажить, он даже в принципе не может поставить куклу на этого Кланкса, потому что пока длится действие БКБ, Кланкс уже убивает этого папита. А так подставиться, чтобы они начали файт, они не могут. Вроде и шукает, там Мараксус улетает, свифта, но все равно все выживают в команде Ризен. Уже проблемы. Че это такое за плеш? Проплешина какая-то появляется. Очередной конгорд для команды Ризен. Кланкс уже появился, лук. Опять плеш появилась от крипа. И сейчас, мне кажется, просто пойдут ребята из Ризена и развалят крипа. Ну, хотя лучше выкупил Кланкса, жрет его. Пуджа как и не бывало. Тут еще живой папит отлично залетел Мараксус. Разультились, забрали Кланкса. А у Кланкса так-то нету денег на байбек. Папита подняли ветра, еще живой папит, живой свифт. Ой, Магнус, какой хороший ульт, но он никого не продамажил. Папит один остался в живых. И забирают-то никого. Забирают свифта. Остается три саппорта, получается. Остается Bubbles, остается Магмус, остается Мойра. И тем временем Bubbles забрал еще и Мидаса. О, пуш. Пуш. Жирает. Ну все. До свидания, Bubbles. Ну, хотя бы так.
Магвус тут такой раскастовал ульту. Тут идет тимфайт, у него не хватает маны на ПК. Ну ладно, не вы к нам, так мы к вам. И побежал пешком на стрейдерах догонять пацанов. Наводить шорох на карте. Эх ты, Магнус. Сейчас после этого тимфайта вроде как бы просвечиваются шансы на победу у БМЖ. Посмотрим по ГПМу. Кстати, папик подобрался к Лангсу. В принципе, команде БМЖ надо как-то раскатить БКБ к Лангсу. Остальное дело за ППО. И зачем-то влетел. Пуш притянул Магнуса. Магнус дал стан, и до свидания Пуш, до свидания Мидас, до свидания команда БМЖ в этой игре. Папик юзает БКБ, взрывают Магнуса, но тут еще есть Кланкс. Что вы, ребята, будете делать с Кланксом? Ничего, умирать будете. Пуш делает второй байбек, сожрал он Кланкса. Забирают Т2. Идут на Т3, но в принципе да, что им еще остается делать. Там вся команда БМЖ мертвая. Не знаю, что они вообще не сдаются. Инженер вылез. Кега залетает. Сюда. Мидас. Папиту осталось буквально 500-600 копеек до ХФ. Кланс отправляется на базу за Винбол. И у него еще остается 1000 копеек на руках. В принципе, если он в тимфайте кого-нибудь убьет, тогда у него будет денег на байбек, если его убьют. Ну, как говорится, это если. Кого в тимфайте убьют навряд ли. Кто-то влетает. Мэра влетает в инженера. Иллюзии уничтожает настоящего инженера. А тем временем тут тимфайт. Мараксус летел в Бабблса. Так-то практически убили Бабблса. Что делает Папит? Магнус раскидывает туду. Ой-ой-ой. Папит включает шаганку. Вроде пока живет, но тут раскастовывает у него Сэмплэйт. Магнус слишком далеко с геймом находился, поэтому Папит убежал. Вообще никого не потеряли команды Ризен. Падает Конгор, очередной. БКБ у Кланкс уже на 5 секунд. В принципе, у него теперь, помимо этого, БКБ есть токен. Так что, если его шлепнут, просто встанет и уничтожит потом всех.
Там викторина проходит, вижу в чате. Какая самая большая стартовая атака у какого героя? Я сначала подумал, какая самая большая скорость атаки, и там троллят, типа, этого модера. Пеблс пишет, самая большая скорость атаки у Пеблса, конечно. Постхейсты, приобретай себе Бабблс. Видимо, последний шанс у команды BMG. Но я не знаю, как они хотят убить и Кланкс, и Свифта, и Магнуса. Стоят так в рядок. Амараксу залетает. Вытягивают отлично Кланкса. Вот тут Мойра. Туда залетает Магнус раскастом. Папе должен прожать, и как успешно отпул. Что-то вообще интересно. Убили одного Кланкса, и выбили себя токен, и все. Трансит от команды BMG. И это, как и ожидалось, это 1-1. Это 1-1. Третий. Сегодня все игры практически best of 3, как же мне везет. Ну ладно, не суть. Будем ждать третью игру. А ко мне, скорее всего, сейчас еще подключится сокастер, и будет не так грустно.